Привет, с вами Тору, вы на канале Nissanrise, и у нас очень медленно, но все же начинает развиваться сюжет. Судя по тому, что мы идем уже в лес Рата Стража, где мы должны будем узнать, что же все-таки на самом деле случилось. Чтобы попасть к логову Рата Стража, надо идти по дороге на север. Дальше будет лесистый холм, его надо преодолеть. Обычно вход туда запрещен, но раз Ворд нам разрешил, можно идти. Ну так вот, это все, по моему мнению, значит то, что мы уже заканчиваем с вами пролог. И может быть у нас начнется уже полноценная игра. Но это не точно. Нет, все еще не точно. Хотелось бы уже кооп с более сложными заданиями и прочее. Новых, более сильных тварей. В общем, много чего хочется, но это пока всего лишь хотелки. Главное нам прийти куда нужно. А куда нам нужно? Нам наверх нужно. Холм. Нам нужен был холм, а не вот это вот все. Ну ладно, с кем не бывает сейчас. Топографический кретинизм у меня еще никто не отменял. Рано или поздно мы доберемся с вами до цели. Ну, нам же просто взяли и сказали. Кайна вот говорит, вот поднимись на холм, его нужно преодолеть. Тору такой, не, зачем нам преодолевать холм, мы пойдем по земле. Кайна, только не злись, все хорошо. С кем не бывает. Это кто? Парализующий нож. И такое здесь валяется, да? Окей. В общем, будем бежать по дороге. Так нам и нужно по этой дороге, я смотрю. Да, вон он, видимо, лес Рата Стража. Значит, мы на правильном пути. Хорьки какие-то странные бегают. Лес Рата Стража. Да, что-то здесь не очень спокойно. Идите через лес, пока не дойдете до логова Рата Стража. Но будьте осторожны. По этой тропе не часто ходят. Понял, принял. И куда нам нужно? Прямо. Плюхи еще никто не отменял. Мне кажется, или здесь, когда показывали этот лес, была огромная толпа всяких тварей. Так вот, куда они, простите, все делись внезапно? Ага, Кулуяго. А может быть, жахнуть его, чтобы жизнь медом не казалась? Ну, почему бы и нет? Ладно, мелочи, я думаю, растыкают наши напарники. Да, к сожалению, со времени последней битвы с Кулуяку мы сильнее ничуть не стали. Никаких новых видов оружия у нас не появилось, броня все та же. Его бы добить до того момента, пока он камушек в лапки возьмет. А, он сразу взял камень. Понял, принял. У нас молот не качан, поэтому, наверное, мы даже не будем молот брать.
Мы и так это дело пробьем. Так, еще и предмет выпал. А, ну это все. Получается. Но он больше не встанет. Ага. Яйцо. Яйцо. Можно пойти и отжать его яйцо. Блин, одна единичка опыта осталась до 10 уровня. Бывает. Так, значит, где-то здесь должно быть его логово. А вот же оно. Ну-ка, пойдем. Ну-ка, пойдем. Да-да-да, мы понимаем, что он в отключке. Так, давайте что-нибудь хорошее. Да все не то. И все. Короче, зря мы сюда ходили. Ничего полезного. Ну, хотя бы яйцо отжали. Скромное. Нужно ли нам сюда? А вот в чем вопрос. Да, нужно. Это больше похоже на самом деле не на лес какой-то, как его называют. Это больше похоже на какие-то древние руины. Так, зачем мы идем сюда? Вот в чем вопрос. Нам ведь явно не сюда, да? Хотя это как пос... Нет, не сюда. А нет, хотя как посмотреть, может быть и сюда. Ну, мед, собирайся. Уф, а вот этого парня я чё тыкать не хочу, но кто у нас спрашивает, да? Он же тоже технику использует, насколько я помню. Ага. Так, ладно, не проблема. Урона там у него все равно нету. И как обычно, у нас на это дело должно уйти где-то 5 ходов. Эх, вот сейчас бы его оседлать. Он еще и отравлен. Так. Главное, не поднимайся. А, ну все, он уже не должен подняться. Нет, поднимется, ладно. Или нет? Нет, не поднимется.
Ну, в этот раз на эту штуковину у нас уходит 4 хода. Десятый уровень. А вот всяких поки-поки я бы не хотел здесь уже встречать. Потому что то, что изначально было боссами, половину пути, половина пути позади. Видите ту гору? Впереди. Это путь к логову Рата-Стража. Вот это лес, да, приятель? Кажется, в таком месте очень легко заблудиться. Да, я до сих пор не понимаю, как я не заблудился еще. То есть мы пошли, по сути, правильным путем. И я даже не заблудился. Так, может быть, сундук забрать? Или нет? Опять зелье, да? Нет, обереги, ладно. Блин, ну что-то в этот раз я не хочу с ним тыкаться. А кого это волнует? Ладно, в бой так в бой. Краб тыкнул Ранмара? Серьезно? Краб. Понял. Чё-то я теряю веру в своего монстрика. Не, в этот раз за 4 хода мы, по-моему, не справимся. Хотя там головы меньше половины. Но если у нас... А, голова все? А мы не успели, да, накопить совместный навык. Ну и ладно. Думаю, и так справимся. Кстати, вот он, 4-й ход. И у нас чуть-чуть не хватило урона. Или хватило? Нет, чуть-чуть, на один удар не хватило. Или он от яда умрет? Подождите. А он там от яда не умрет, нет? Нет, ладно. Неостановимый. Ну ладно. Но за них опыта неплохо дают. Но мне явно уже нужно какое-то новое оружие, чтобы было в разы проще этих штук тыкать. Мое уже... Ну оно справляется, но не настолько быстро, как хотелось бы. Нужны новые сеты оружия и брони. Так, ну нам к горе. Пухи-пухи, ну нет, спасибо. Пока я точно этого делать не хочу. Или все же придется. Вот за 1000 зенни спасибо. Вот здесь спасибо. Я очень надеюсь на то, что мне не придется тыкать поки-поки. Так, спокойствие. Я уже ухожу. Так, откуда я вообще сюда явился? А? Ага. Но мимо поки-поки мне придется пробежать. В надежде на то, что я сумею убежать. Сумели, ладно.
Меня очень сильно смущает то, что я не понимаю, я правильно иду, неправильно иду. Но Кайна сказала, что вроде как правильно иду. Вот, 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 вот теперь вообще правильно. Потому что вот гора. Нам нужно идти к ней. Там КТ с телепортом. Я бы даже игру сохранил. А нет. А нет. Ладно, пойдем тогда. Не хочет? Так, кабаны, простите. Я просто иду к логову. Слушайте, ну путь вообще не близкий. Ни разу. Чего же он так далеко поселился-то? Вот, вот теперь это уже не лес, а теперь это логоворота стража. Вы совсем близко. До логоворота стража рукой подать. Не останавливайтесь. Окей. На меня дрожат вибрицы. Что-то мне подсказывает, что выбер... Угу. Так, если атаковать поки-поки, то сзади. Ладно, раз уж пришли. Так, он тоже использует технику, ведь так? Сразу ему рубим хвост, чтобы он особо не брыкался. Так, сюжетный поки-поки, сдается мне, был попроще. Да, технику он использует, все правильно. А, мы еще... И на равных проигрываем. И снова проигрываем жуку. Угу. Главное, чтобы эта тварь не успела... А она успеет, да, хвостом бахнуть. Отравить она нас все же успеет. Там вот, вот, ну капелюшечку не хватило. А нет, все хорошо. Не, тут нужно Ранмара седлать, и все будет готово. Заодно его бедолагу похилим. Или подождать, пока тело разрушится. Давайте все же попробуем. А, тело нужно было разбивать, а не голову. Или все-таки голову? Да не, все-таки тело. Ну все, вот теперь точно пора седлать. Хотя смысла в этом уже никакого нету. Ну хотя бы рейтинг получим. Поехали добивать. А, плюс 100 очков в рейтинг нам дает завершение этим ударом. Еще одно яйцо поки-поки можем получить.
Ну, ресурсов теперь нам точно должно хватить. На то, чтобы скрафтить и оружие, и броню из Поки-Поки. Ну, пойдем заберем яйцо. Может быть, нам повезет. На что-то более-менее редкое. Нет. Вообще нет. Да нет же. Ой, все. А в смысле? И он будет сейчас отдохнувший, да? А нет, у него ХП не полное, так? ХП у него не полное, то есть победить его будет попроще, чем в прошлый раз. Но все равно от этого не проще, не легче. Хотя оседлать сейчас сможем. Ну, почти, 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 почти. Мы яйцо-то с собой сможем после этого забрать? Или яйцо пропадает после того, как нас догоняют? А нет, все, яйцо с нами, правда, смысл от этого яйца. Ну, само собой, скромное. Какое это еще яйцо могло быть, непонятно. Вопрос в другом. А, все, вот оно получается, логово Рата Стража, да? Ну, получается, что да. Потому что, по-моему, именно вот это изображение я видел в трейлерах игры. А значит, это именно то самое место. Это священные земли. Когда твой дедушка умер, его Ратлос вернулся. Рата-страж никогда и никому не позволял на себе ездить, только рыжему. Вождь Гара говорит вот что. Он явно ждет, когда рыжий вернется домой. Но ведь рыжего больше нет, так? Так почему же... Дело в том, что монстр никогда не забывает наездника, с которым у него есть связь. Помнишь тот странный свет, когда Рата Стражу летел? Должно быть, тогда случилось что-то странное. Иначе Рата Страж никогда бы не покинул остров. Ладно, давай осмотримся. Точно, положитесь на меня. Я тут что-то чую.
Это... Рыжий? Не верю своим глазам. Кто ты? Жаль тебя огорчать, но это не рыжий. Ну, конечно. Это невозможно. Просто эти глаза. Прямо как у рыжего. Рыжий был одним из наших вождей. А это его внучка. Что? Рыжий умер уже довольно давно. Я знаю. Я просто... На самом деле, я пришла повидать Рата Стража. Рыжий дал мне кое-что, чтобы принести сюда. Что-то от Рыжего? Ого! Что это было? Сюда! Сюда что-то приближается! Аньянат... И я явно не из тех людей, что хотят с ним сейчас сражаться. Аньянат в логове Рата Стража? Почему он так странно себя ведет? Что происходит? Дело кажется мне опасным, подруга. Пожалуйста, возьми это. Это старый камень связи Рыжего. Возьми. Возможно, с помощью его тебе удастся успокоить этого монстра. Камень связи Рыжего? Откуда он у тебя? Рыжий. Он... Хотел, чтобы он был у тебя. Бери. Вы готовы? Да, давайте так и поступим. Погнали. Не-н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 е. Разъяренный Аньянат явно не тот, с кем я хотел бы сейчас сражаться. Так, Кирка, иди-ка сюда. Ну, давайте попробуем вот так. Угу. Скоростные атаки Аньянат использует, я понял. Это, видимо, потому, что он разъярен, да? Ладно. Техника, настало твое время. Ох, будет непросто. Кирка изучил новый навык и теперь просто бегает по полю боя. Я понял. Нам бы совместный навык. Вот. Мы его разозлили. Теперь эта тварь станет атаковать иначе. Да, что мы можем сделать-то? Пускай атакует иначе, лишь бы не нас. Так, и нам бы сделать то же самое не помешало бы. А вот доспехи из Аньяната я бы не отказался увидеть. И оружие тоже. Или мне стоит подождать и увидеть, упадет ли он. Наверное, так и поступим. Сначала ему тело разрубим. У меня плохое предчувствие насчет всего этого. Тебе стоит приготовиться к следующей атаке. Пора уйти в оборону.
Так, мы навык сбили. Похоже, сбили. По-моему, хорошо сработано. Ломаем тело, седлаем. А нет. Как же все завертелось. Нет, давайте-ка седлать сразу. Но пока не будем использовать навык связи. Пока просто разобьем ему тело. Мы сейчас проиграем бой на равных. А почему нет? Он же должен был скоростную атаку. А, ну все, 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 точно. Давайте ломать ему тело. Если он упадет, то бой может быть закончен. Не падает. Давайте посмотрим на урон тогда. Давай, Кирка, на тебя вся надежда. Такой себе урон. Могло быть и лучше. Ладно. Это было что-то странное. Чтобы мы да смогли справиться с Аньянатом. Мамочки, ну и ад начался, я с котом согласен. Видишь, как Аньянат дергает мордой. Попробуй прицелиться так, чтобы следующая атака угодила прямо в нее. Ага, мы можем теперь голову, да, тыкать? Угу. Нос. Нос, точнее. Давайте тыкать ему по носу, что ли. Выбора-то у нас все равно нет. Копит огневую мощь, это не к добру, да? Ох, у него слюнки потекли. Если мы не успеем ему нос сломать, то все. А должны успеть. Супер. Нет, как это тебе, а? Он нагнетает огонь у себя во рту. Теперь мы знаем, как отучить его плеваться огнем. Пора атаковать. Время седлать. И критовать. 15 ходов уже, к слову, у нас ушло на Аньяната. Этот Аньянат уже ничего нам не сделает. Давайте мне броню из Аньяната. Это была жесть, правда. Мы этот бой не скоро забудем. И опыт подвезли. И ресурсы. S-ранг? Серьезно? Серьезно, серьезно? И чешуйки Аньяната. Пламенная железа. Внутренний орган определенного монстра, наполнен воспламеняющимся порошком. Ага. Мы справились, подруга! Это было здорово. Интересно, это случилось именно из-за камня связи? Ого, камень связи подзарядился! Кажется, этот камень работает иначе, чем камни, которые я знаю. Камень связи моего прежнего неопарника зарядился после очищения черной порчи. Черной порчи? Я слышала об этом. Но не могла же она вернуться, правда? Точно. Что бы тут ни происходило, это что-то совсем другое.
У меня от этого уже шерсть дыбом. Но тут может быть нечто даже хуже. Как и говорил вождь Гара, скорее всего, все началось, когда Рата стражу летел. От этого, должно быть, Аньянат и слетел с катушек. А, ты в порядке, подруга? Я так и думала. Ты очень напоминаешь рыжего. Меня зовут Ина. А мы с твоим дедушкой были друзьями очень давно. Он спас мне жизнь. Наконец-то мы с ней встретились. Я хочу вам кое-что показать. Следуйте за мной. А, подожди! Бежит, пыхтит. Наконец-то мы с ней встретились. Яйцо Рата Стража. Это яйцо Ратулоса, так? Я спрятала его, чтобы охотники не нашли. Запах приятный и свежий. Там точно здоровый и маленький монстрик. Правда, запах немного отличается от обычного Ратулоса. Рата Страж отдал мне его перед тем, как улетел. Он хотел, чтобы я о нем позаботилась. Выглядело это именно так. Постой, что? Все странности происходят не только на этом острове. Ратлсы исчезают из своей привычной среды обитания. И никто не знает, куда они улетают. Обычно кроткие монстры проявляют агрессию к людям. Уже известно о нескольких нападениях. Это ужасно. Значит, в других местах то же самое творится. Именно так. Весь мир сходит с ума. Именно поэтому я и путешествую, чтобы не узнать, в чем причина этой катастрофы. Какой ужас. Когда океан изменил цвет, и мы увидели тот цвет, что это было? Но я пока не знаю. Но думаю, Рыжий что-то знал. Он говорил, что такие вещи предвещают бедствие. Бедствие? А вот вы где. Вождь Гара? Сюда! Я видел, как наездник шел в ту сторону. Где-то же они должны прятаться, этого Ратлса. Найдите их. Охотники думают, что мы прячем Ратлса. Они не остановятся, пока не найдут, что ищут. Если они увидят это яйцо, у нас будут неприятности. Это яйцо. Надо идти в деревню Рута. Там охотники не посмеют нас достать. Деревня Рута? Это мой дом. Это последнее... Это поселение виверианцев. Людей туда без разрешения не впускают. Охотники не смогут за нами туда последовать. Пойдемте со мной, пожалуйста. А я знаю, этот Ратлос поможет нам, когда вылупится. Ты тоже хочешь пойти? В чем дело? Боишься? Тебе нечего бояться. Мир огромен. Но Ратлос будет помогать тебе. А Рыжий-то не такой же Рыжий на деле оказался. Так держать, подруга. Я знала, что ты согласишься. Но, вождь Гара, это не совпадение. Тебе был дарован камень связи Рыжего, а теперь яйцо Ратлоса. Это судьба. В деревне Рута вы услышите легенду об острокрылом Рате, крылатом разрушителе. Охотники об этом говорили, да? Ратлос, способный разрушить мир своей мощью. Так гласит легенда.
Я чувствую, она как-то связана с недавнешними... с недавними странными происшествиями. Ладно, я займусь охотниками. Врать не стану, я тоже волнуюсь. Но все как-нибудь образуется. Я знаю, ты точно со всем этим справишься. В конце концов, это я тебя учила, ведь так? Помни Наверу, этот новичок нуждается в твоей опеке. Как скажешь, шеф. Ты будешь еще нами гордиться. Взгляд у тебя такой же решительный, как у твоего деда. Береги его, камень связи. Ступайте же. У подножья утеса есть для вас лодка. Вот и конец обучения. Спасибо за все, Кайна. Вождь Гара. Скоро увидимся. И мы начинаем свое приключение. Огромное вам спасибо. Пошли. Вот та лодка. Эй, куда они поплыли? Мелкий охотник, да? Ах, чтоб тебя, сукина! Я тут. Проследи за ними. Задание принято. Явись, благословение Луны. Эта кошка, это его кошка? Это я... А вот оно что. Я немножко по-другому себе все это представлял. Да, конечно, игру сохраняем. Вы что? Мы столько сюда шли. И, ребят, пожалуй, на этом мы эту серию закончим. Спасибо большое за просмотр и пока.